Всем привет! У нас новая тренировка в новом зале, в ново-старом. Ребята разминаются. Кто-то прыгает 8 минут, кто-то гребет. А что, одна гребля даже свободная? Можно и на СКР, и на греблю заскакивать. Не хочешь? Усаживаем свою заднюю точку, не надо нырять вперед. При этом лопатки свели, смотрим вперед, Серега. Седи, таз должен проходить между пяток. Вот, смотри, на носочках пошла, я так не показывал. Да-да-да, спину держим, что завалилось? Вот так вот, не надо вот так вот делать. Убираем палки, берем грифы. Парни берут двадцатки, девочки берут пятнашки и десятки. Делаем протяжку. На носки не выходим. Прямо выполкаемся с тобой и все, не выходим на носки пока. Теперь тренируем оверхеды. Делаем одну протяжку, 5 оверхедов. Не падаем. В оверхедах вы должны стоять следующим образом. Чуть шире, да, там, ширины плеч, чтобы у вас таз проваливался между пяток. Вы садитесь, а у вас таз здесь. Чтобы бедро не упиралось в икры. Тут максимально растягивать себе ноги. Максимально нижнюю точку ловить. Падать не надо, делаем под контролем. Лопатки свели. И начинаем нашу полную связку с шагами, я думаю, сразу справитесь. Делайте 3 протяжки, 3 оверхеда и шаги вперед-назад. Ну, это делаем правильно, правильно. Когда принимаешь штангу, еще большая ошибка, надо считать, потому
начинаете понимать. Нет, так не правильно. Остаться там, блядь. На самом деле, у вас только просто я. Так вот при колени вы пробиваете вставление. И стартовая позиция, вот вы должны прижаты быть всей стопой. То есть не должно быть вот так вот. Я пока показываю утрированно, так никто не делает. Но у большинства стартовая позиция идет с пяток. Почему нельзя с пяток вставать? Потому что вам придется или подрывать. А как вы выпрыгнете с пяток? Пяток нереально прыгнуть. И вам придется вот это делать. Вам придется это делать. А когда вы делаете это, ваш штанга от вас уходит. И вам приходится бегать постоянно. А если вы делаете правильно, разгоняете. Вот она сама сюда пришла. Она сама приходит домой. Ее не надо здесь догонять вот так. Все, она пришла, подорвали, почему нет? И она пришла домой. Как она звенит? Прям вот не бойтесь, да, со временем будет шишка здесь, плохо подрыв. Вот так вот она звенит, да? Вот так вот. Начинаем. Точнее, продолжаем. Пока с гриппа не работаем. Никита, я так показывал принимать штангу. Даст назад. На приеме. Даст назад. Потихоньку вес. А, рабочий вес будет примерно 60-70% от вашего максимума. Максимум новичков, а вы его пока не знаете, там по 2,5, там 1,25 навешиваете. Сильно не надо упарываться, это не основное упражнение у вас сегодня. Остальные, я думаю, максимум знаю. Кто сильно много поставит, я покажу вперед. Не торопитесь, веса наращивать, не торопитесь. Это не основное упражнение, мы просто, чтобы в памяти осталось, основной сегодня будет толчок. Теперь, чтобы немного свое тело научить стартовать с пола. Правильно, угла. Мы снимаем штангу. Медленно опускаем, чиркаем пол и начинаем рвать. Итак, давайте так же 3 раза. Вес больше не наращивает. Кто у вас? Давайте покажу, что такое поцеловать, чтобы многие не правильно сделали. Смотрите. Вот мы ее сняли. Сняли. Медленно опускаете ваше тело, само будет правильно вы направляете. Медленно опускаете. Чиркнули. Вот, чиркнули. Не хватит его так, а чиркнули. И поехали рвать. Начинаем. Вам надо спасти этот подъем. Если вы правильно разгрузите, да,
то вы сможете ее словить в сети. А если вы отбросили контакт, вы имеете его отвечать. Вы его уроните в него. Стартовая позиция по ногам примерно такая же. То есть также должны встать чуть по на длине плеч, развести носки. Все, и поехали. Вот эта пружина у вас идет, работает. Вот, подрыв, распрыгнули, словили. Я запрыгнул просто. Ниже колен, то есть далеко не надо. Вот ниже колен опустились, вот около вас. Вот сюда не надо, там вот сюда. Это неправильно. Почему неправильно? Это означает, что вы убрали опять спину. То есть вы шли, и потом решили, что вам тяжело быстро поднять ее. Вы ее быстро вот так вот сделали, а она не работает. Зачастую даже вот ее снимаете, а потом начинаете запихивать ноги под штангу. И ноги опять сгибаются, они не дают ускорения вообще никакого. Соответственно, спина вытягивает, а потом ноги начинают догонять. Ноги не дадут никакого ускорения. Работает физика. Старайтесь ее на себя как бы оборачивать. Прыгаем, выпрыгиваем на подрыве. Ноги разбрасываем. Раз назад. Теперь протяжка идет. Ага, хорошо. Ну, смотри, здесь ты сразу вот так вот ловил, у тебя вот остро лучше. Плюс на бассейне ты стоял очень широко, и ноги почти ловили. Отдыхали, распрямитесь до конца. Вот вы стоите, все, натянулись на прямых ногах.
а потом присаживаемся. Вот так вот стоять не надо. Серега, ты еще этим справляешься. Зато у нас ноги сильные. Поглубже подсела. Еще раз, конечно. Он не должен быть вот так коротким, он должен чуть поглубже. Вот, отлично. Хорошо. Еще раз, дай так же. О, пойдет, пойдет. Следующий. Все хотят вообще толкать. Я не знаю, что это будет. А Лиза что делает? Все свою ногу толстого в принципе знают. Все знают? Точно? Ну на какую ногу толкать, все знают. Ты уверен, что ты на эту ногу должен толкать? А, ну давай. Стартом. Ну что ты пятку опять вовнутрь затаскиваешь? Да, разогнул. О, сейчас не забыла, молодец. И опять пятку вовнутрь. Ты не понимаешь? Стой. Еще чуть-чуть. Еще прям выверни. О, отлично. Давай, сразу правильно. Нет. Ну это тяжело. Да, Паш, вот ты уловил этот. Вот этот момент ты уловил. Ноги, ноги. Разогни их до конца. До конца. Да? Просто шорты, что, кажется, как будто не до конца. Ага, пойдет, молодец. Ой, с носков. Ну давай. Заднюю ногу сгибаем. Не подходим, я не говорил подходить. Сгибай заднюю ногу. Ну еще разок похлеще прыгни. Как ты в рывке прыгаешь? Жестко. Ой, ужас, ужас. Вот именно так и будет. Колени. Маш, если что, звони, я подъеду в принципе. Поглубже подседай. Ой, хорошо. Можно чуть побольше разбрасывать. Отлично. Да, вот сейчас туповатый угол был, до этого были ой, островатый точнее, наоборот. Сейчас такой островатый угол был. Ну, вес небольшой еще, пока нормально, но сломает. Вот Ваня вчера так и было.
О, получилось хорошо, отлично. Ты чувствуешь, что? Еще можешь по ушку поставить. О-о-о. Заднюю ногу согни. Вот, отлично. Стой, не торопитесь собирать. Все, собираем. Даня, нога не на стопе, не на полной стопе уже на приеме, она на носке должна. Вот. Больше согни заднюю ногу. Вот. На носок прям вставай. Отлично, все. Okay. Ты можешь прям жестко делать это. Что ты там вот так вот у тебя? Дай жестко, все, грудь натянул, воздуха не взял ни хрена. Нет, все равно. Ой, хорошо, как на грудь-то. Мы ждем, да? Сгибай ногу заднюю. И наворачивай чуть-чуть сюда, на меня прямо наворачивай. Ноги поуже, носки развести, колени разогнуть. Поехали! Отлично. Еще, да, еще. Колени. Я все вижу. А, сейчас локти не подержал, она у тебя свалилась на постели. Поехали, следующее. Задание берем все и толкаем. Вот сейчас ни о чем почти не думал. Что так жиденько-то, а? Давай, толкаем, колени. Не надо вперед нырять. Встаем еще раз. Пока не говорю, не стартуем. Колени разогни. Поехали. Вот уже лучше. Пятку чуть-чуть туда вот в следующий раз наверни. Ой, еще лучше. Ну скажи мне. Все, давай быстрее снимай. Ну, поехали. Диагонали маловато, а так в целом маловато. Ага. Заставляем работать свои ноги. Поехали. Пятки отрываются. Да-да. Заставьте работать свои ноги. Не отрывайте пятки. Смотрю. Больше импульса ногами, ты ее жмешь. Так, дайте я пройду здесь. Егор, отлично. Никита что-то подергивается чуть-чуть, но в целом хорошо. Давай. Отлично. Заканчиваем тренировку. Стандартными прыжками. Серега прыгает лучше всех. Выше всех. Да вы поставьте еще на ребро. И вам уже будет. И вам уже будет нелегко, я скажу. Отлично, отлично. Ты с носочков прыгаешь. С полной стопы. О. Я тебе попытался привыкнуть. С полной стопы прыгай. Вот. Тебе прям повезло, ты был там на грани. Ну что там? Поехали, прыгай. Точно так же. Ноги ставим, пружины ставим, носки разводим. Разведи носки на старте, чтобы тебе выпульнуть вверх. А руки-то будут работать? Ну и когда запрыгиваете, так же ноги, вот как вы на полуприседе ловите, так же оп, поставили, словили себя. Имитируйте, как будто со штангой работаете. А что ты расшатываешься, блядь? Ну с полной стопы, не надо вот это, качели вот эти делать, не надо. С полной стопы. Видишь, как высоко сразу полетело?